Здравствуйте! В эфире новости Премиусья. В студии Алиса Борцова и сегодня в нашем выпуске. В Матвеевом Кургане состоялся День творчества и спорта. В Матвеевом Кургане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. У памятника БТР состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана боевых действий. БТР приняли участие представители местной власти, общественных организаций, ветераны локальных войн, военнослужащие, члены их семей, родные и близкие погибших. Особые слова признательности всем участникам специальной военной операции, всем тем, кто сегодня продолжает нести службу в различных горячих точках. И, конечно же, хотелось сказать слова признательности и благодарности нашим ветеранам. Именно вы активно участвуете в общественной жизни, в патриотическом воспитании молодежи и в увековечении памяти павших, погибших. Дорогие друзья, долгих лет мирного неба над головой, здоровья и, как сейчас прозвучало в песне в исполнении Александра Алпатова, пусть не тускнеют ордена и горят ваши глаза. Спасибо вам. За мирное небо над нами, за то, чтобы мы знали, что Россия всегда будет. Никто нас не поставит на колени, никто нас не унизит, потому что у нас есть такие защитники, есть такие герои. Низкий вам поклон, ребята, всем ветеранам. Огромные слова благодарности за ваши подвиги. И участникам и афганских войн, и участникам других локальных войн, таких как в Чечне, в Сирии. Вы все одно единое, целое. Вы наши герои. Сегодня мы вас чествуем с вашим днем, который наконец-таки стал официальным. Потому что вы все с честью и достоинством выполняли свой воинский долг. Что за пределами нашей необъятной Родины, что внутри. Также хочу поблагодарить наших участников специальной военной операции, которые на сегодняшний день бьют не нацистов, как наши прадеды и деды раньше фашистов. Здесь ребята, которые в организации ветеранов ВДВ, ветеранов пограничной службы, ветеранов Чернобыльских событий. Это те, кто каждый своим делом довел маленькую частицу победы в наше общее дело. Лавренич говорит, морской пехоты, да, всем военно-морскому флоту. Это особый подход к этому. Я рад приветствовать гостей из Ростова, с областной организации. Для меня это, наверное, значимо. Хочу пожелать всем ветеранам здоровья, самое главное, матерям терпения. А бойцам правильно и с достоинством выполнять свой долг. Все-таки мы военные, мы должны это нести до конца. На митинге выступили почетные гости со словами благодарности и гордости за тех, кто воевал за Россию. И сейчас, когда проходит спецоперация на Украине, мы должны поддержать боевой дух товарищей, которые отстаивают интересы нашей Родины. Для участников мероприятия с музыкальными номерами выступили солисты Матвеева Курганского и Куйбышевского районных домов культуры. Сила мужская.
Память тех, кто стойко и мужественно сражался, выполняя воинский долг, и не вернулся домой, собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику БТР. В Матвеевом кургане состоялся День творчества и спорта. В рамках мероприятия были организованы спортивные и развлекательные активности, эстафеты, фестиваль ГТО, турнир по рукопашному бою спортивного клуба «Амотор». Прицелься! Опять! Давай! Третий раз попадешь! Приготовься только! Постарайся! А ну! Переворачивай, в другую сторону, раскачай, туда-обратно раскачай. Для волонтеров Матвеево-Курганское мотосообщество и мотоклуб «Офицеры России» провели мотопробег. Выиграли все, кто побывал на празднике, получив заряд бодрости, хорошего настроения. Быть активным и увлеченным творчеством и спортом – это здорово. И для этого в Матвеево-Курганском районе есть все возможности. В Матвеевом кургане прошел фестиваль ГТО, посвященный Дню молодежи. В мероприятии приняли участие команды из сельских поселений Матвеево-Курганского района. Ваше участие в фестивале – это уже заявка о пропаганде здорового образа жизни. И уверен, что результаты сегодняшнего фестиваля – это не только спортивные достижения, а еще мотивация развиваться, стать лучше, достигать новых целей. Поэтому я желаю вам новых спортивных достижений, конечно же, в этот замечательный спортивный праздник, прекрасного, хорошего настроения. В ходе фестиваля семьи состязались в таких дисциплинах, как бег на 60 метров, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание извиса на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине. Внимание! Марш! Давай. Два, три, четыре, Старт! Внимание! Марш! Давай! Костя, обратно, обратно, пошел! Раз, два, три, четыре, пять. Все выполнили нормативы на отлично и показали достойные результаты. На центральной площади состоялся отчетный концерт образцовой студии современного танца «Стендап». Yeah.
симпатичный. Ты такой милый, ты такой симпатичный. Глаза в глаза, басы по глазам. Подкрылись из кожи, но тебе не по зубам. У девочек казались, теперь их осила лица. Ведь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица. В Матвеевом кургане состоялись мероприятия, посвященные Дню молодежи. Программа третьего дня празднования включала в себя концерт с участием кавер-группы из Неклиновского района «Наша группа», вокально-инструментального ансамбля «Перекресток», танцевальной студии «Стендап». Был запущен онлайн-флешмоб, в рамках которого студенты и работающая молодежь поздравляют всех причастных с праздником, и полученные видеоприветы растопили сердца всех зрителей.
Самой впечатляющей и фееричной частью мероприятия стало фаер-шоу, которое подарили матвеево-курганцам депутаты Законодательного собрания Ростовской области Валерий Завгородний и Станислав Дегтярев. Каждый бывший тренер личностного Мороз, ты стала гиперкин, ты стала взрослой. Завершением вечера стала праздничная дискотека, где молодежь со свойственной ей энергией и оптимизмом веселилась, танцевала и заряжалась позитивом. Это пока все новости. Спасибо за внимание. В студии была Алиса Борцова. Всего доброго. До свидания.